А теперь еще насчет Виндекса ебаного. Когда включается компьютер, знаете, что происходит? Происходит вот это вот. Вот. Чтобы вам это показать, мне надо немножко поебаться. Где-то... Параметры рабочего стола. Вот. Здесь галочку ставить. Применить. Оп. Оп. И когда вы входите на компьютер, то он у вас вот так вот прилетает. Как он сейчас прилетел, видели? Ну, у меня копия появилась, потому что я второй вставил. То есть, вот я галочку поставил. Когда вы включите компьютер, он у вас... Ну, он мне здесь нравится, для красоты, чтобы стоял. А Виндекс заставляет его сюда прилетать. Хуяк! Когда включите, он прилетает. Компьютер летает, напишем видео. Вот сюда вот хуяк. Он будет здесь, а потом сюда хуяк. Он был здесь. И каждый раз при включении компьютера он сюда будет у вас летать. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела интересные.